теорема Сильвестра. Есть на плоскости точки А1, АН конечное число. И на каждой прямой АН, АШИ есть еще одна точка. То есть набор точек обладает следующим свойством. Если мы через любые две точки проведем прямую, то на этой прямой есть еще одна точка из нашего набора. Утверждение такое, что тогда все точки лежат на одной прямой. Важно, что число точек конечное, потому что, конечно, если взять все точки плоскости, тогда это неверно. Ну вот, предположим, что такой набор есть. Такой набор точек А1, АН. Соединим их попарно все прямые, и для каждой точки не лежащие напрямую точки из нашего набора возьмем расстояние. Я еще раз подчеркну, мы берем только точки, которые не лежат напрямую, то есть все расстояния не нулевые. То есть рассматриваем вот такие вот ненулевые расстояния от точек нашего набора до прямых, соединяющих пары точек нашего набора. Ну, прямых конечное число, точек конечное число, мы можем выбрать минимальное расстояние. Мы выделим его. Вот точка А, скажем, точка А1, и вот точки А2, А3, и есть одна еще точка. На прямой А2, А3 должна быть еще одна точка из этого набора. А4. Какие-то есть точки. Проведем перпендикуляр с точки к прямой. Но у нас тут три точки, поэтому, по крайней мере, две точки лежат по одну сторону от перпендикуляра. Вот как здесь нарисовано. Соединим точку А1, А4 с самой далекой точкой. И возьмем вот это расстояние, а оно меньше, чем самое маленькое. Мы предположили, что вот это вот самое маленькое расстояние. И нашли расстояние, которое еще меньше. Ну, вам может показаться, что это совсем просто. Как же так? Конечно же, они все лежат на одной прямой. Но эта задача совсем непростая.